Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. What? You get the Facebook version for free. Of what? Oh, the picture that you took. Привет, привет. Say hi, you're in Periscope. Hello, I'm on Periscope. Мы забрались в горы. Серёж, у меня воскресенье. Но я думаю, еще завтра взять отпуск и еще покататься. Вообще красота. Выпал снег свежий. Привет, Юль. Свежий снег выпал позавчера. Нет, ну да, позавчера. Вчера было отличное катание, и мы подумали, что все. А сейчас вот траверсом сюда в лес забрались. Вообще ничего не топтано. Вообще пусто. Красота. Но здесь сантиметров 40 или 50 выпало за последнюю неделю, поэтому вообще дофига снега. Озеро вон, Таха, сверху. Мы где-то на высоте километра 3, наверное. 2800, может быть. О, да никто не выкатал вот это вот все вообще. Просто здесь пусто. Хилюля потом, попозже. Вот здесь вот красота такая. Да нет, не холодно. О, привет, привет. Пухляк вообще красота. Да, это Калифорния, но я думаю, что мы вот буквально на границе с Невадой. Потому что если отсюда, наверное, не видно. Я сейчас попробую показать, найти. Вот там вот внизу, вон длинная белая полоска, это аэропорт Таха. А вот там справа казино. Короче, как только начинается Невада, просто граница с Невадой, тут же пошли казино, одно за другим. Вот, в общем, там просто переезжаешь вот границу 10 метров, и стоит огромный Хара, стоит Монт-Блю, стоит Харвис. Вот. А вон там вот пик еще один огромный вдалеке. Ну, тоже где-то, наверное, 3 километра высотой. Вот, так и катаемся мы с Дэном. Дэн приехал из-под Нью-Йорка, старый друг. Where are you at, Dan? А, вон тут, кстати, медведь тоже наслаждается вообще по полной, просто покатушками. Вот. На востоке снег не настолько хороший, поэтому здесь круто. Dan, do you think you're gonna come out here every year now? Catch a storm? Shred some pow? Yeah. Yeah, you ready to go down? На поляне, наверное, море видно, да? You periscoping too now? Nope. Нью-Йорк вообще завалило. Нас должно, на самом деле должно было быть трое. Ну, точнее, ко мне двое друзей должны были приехать, а нас в доме человек 10, наверное, еще. Все приехали. Вообще, да, Сереж, просто снег на сплошное удовольствие. Если бы на грудь прицепить телефон и так покататься, вообще было бы здорово. Это Калифорния, это озеро Таха. Вон кто-то приехал еще тоже. Заезжий лыжник. Вот. Про что я говорил. А, еще один парень должен был прилететь к нам, и он в Нью-Йорке застрял. У него рейсы один за другим поотменяли. Эрик, тоже русский. Ну как русский, его родители привезли давно в Штаты, поэтому он... Вот. Я из Карелии. И он там застрял. Он все откладывал, должен был в пятницу вечером прилететь. В пятницу не получилось, в субботу попытался. Тот рейс тоже отменили. Он на воскресенье перенес. Вот, и в итоге воскресный рейс тоже отменили. Сказали, теперь только в понедельник утром, а вечером точнее. Поэтому говорит, я не поеду больше. Вот. А тут еще интересно так, вот эта вот погода сейчас хорошая стоит, а здесь на самом деле ветер очень сильный. И вон по елочкам видно, сейчас покажу, по елочкам видно, что их очень сильно заметает снегом. Они прям с одной стороны все вон инеем покрылись. А вот туда дальше, там наверху вообще такие, как карликовые сосенки, елочки. И они все просто снегом с одной стороны подзаметены. Вот, ну а весь этот снег, который позавчера выпал, вчера просто снегом обратно сюда насыпало. Огромные сугробы. И здесь катание вообще красота. Dan, you wanna go down and I'll catch a little bit of you skiing? That looks like a good line right there.
And then I'll catch up with you, wrap up my broadcast and shred somehow. What? Anyone watching? Yeah, there's 24 people watching. Нет, лавины не было. Здесь периодически слышны пушки. Они спуск провоцируют, делают спуск искусственный, чтобы не было. Вот. Сейчас Дэн поедет. Давай, Дэнчик. Дэн, give us your Russian vocabulary. What do you think about the weather? Распогодилось. Ай, молодец. Очень хорошо. Дэна тренировали. Давай по пиву. По пиву? Давай кататься лучше. Спасибо. Спасибо. Мы в Калифорнии. Okay, hold on. You ready to go? Yeah. Okay, go. Try that out, right? Yeah, that looks like a good line right there. Ух, красота. Не, здесь очень крутой спуск. Я боюсь, что я здесь телефон похерю. Но, может быть... Может быть. Не буду ничего рассказывать, но на следующей неделе, может быть, сделаю. Следите просто за новостями про Перископ. Будут интересные новости про Перископ очень скоро. Прям очень-очень скоро. Привет, Дим. Ладно, все, я поехал. А чтобы телефон не про ЕЕ, я отключаюсь. Пока-пока. Медведь передает привет и говорит...